Ну а спонсором сегодняшнего стрима по Star Wars Battlefront является игровой канал Юта. Этот молодой канал уже второй раз помогает нам в развитии. Давайте и мы поможем ему своей подпиской и участием. Ссылка в описании. Что за бред? Ой-ой-ой-ой, хп тратить, нифига. Лол. И чё, я выбрал. Всё, давай. И чё? Что-то я нифига не понимаю. У меня показывают персонажа моего. Там, опции, ну да. Out. У а тебя где? Типа менюшка такая вот. О, я нажал старт. А, там старт гейм. Да, ты чё? Справа старт. А чё не по-русски-то? Я хочу по-русски. Всё, что было. Только на английском. Я офигел вообще, зажрался. Это бета тоже. Да. Ах ты сзади, как бы сзади. У тебя вот это. А. Старт. О, я начал. Я начал. А как мне увидеть вас? Посмотри на тап. Нет, ты что на тап? Я имею в виду в самой игре. Не знаю. Ты уже играешь, что ли? Да, я зашел. Ну вот и все, чувак. Да, всем привет, кто уже смотрит. Надеюсь, все идет. Идет. Нет, ничего себе, сейчас. Оба. Ну ладно, я первый раз играю, меня сразу же убили. Что это такое? Тут вообще легко стрелять. Отдачи нет. Не, ну все равно. Ну да, отдачи нет, но все же как-то я не могу. Траектория пули прям идеально ровно. Это же лазер. Ау! Второй раз меня убили. Да сволочь. Так, давайте я хоть кого-нибудь убью, нет? Ой, нифига. Не буду. Ну, короче, типа себя еще можно прокачивать и. Да, типа. Всякие перки. Фишки. Типа, по-моему, сейчас максимум 5 левел все может включить. Я. О, все, я наконец-то подсоединил. Ну, я об этом не просто так, что у нас 5 левел. Где кто? Никого не вижу. Не следи еще за этой игрой никуда. Я во второй Battlefront играл, но кто. Battlefront второй был? Да, это же есть. Ой, я первого человека убил. Короба убил. Ой, меня гранат, пипец. Мака, ты можешь посмотреть? Чё? Идёт стрим. Да, идёт. Точно? Да, у меня начало всё было. Ой, это наши. Там на кого я? Дисконти против меня. Блин, а я за это. О, Эльдар Шарапи пишет, привет. Я вроде за Зеродекс. Долбанный планшет мой. Я буду мучиться, читая комментарии. Так, смотрим. Маг противник. И адреналин тоже противник. Два человека смотрят. Так. К нам присоединится еще Дельта. У него стрим чуть позже начинается. А у меня вообще стрима не идет. У меня что-то получается. Ой, меня убили опять. Желтенький. Кстати, сразу пишите, как слышно нас, как слышно игру. Возможно, придется игру, наверное, делать тише. Мазеродекс, это я сзади тебя? Разверни. Нет? Что там говорю? Это я перед тобой сижу. Вот, ладно. Ты у меня подсвечиваешься, желтый. Ну, ты мне тоже, да? Ну, что значит, допустим. Ведь Кольт обратит на нас. Что тут надо делать? Стрелять.
И все? Я не знаю, не точки не надо захватывать. У нас все точки нужны. Да, вроде бы надо. Я ни одной точки не видел. Тут клин. Ау! Да что ты, долбанный планшет, блин. Капец, а где, где, где они все-то? Пропали куда? А вот, вижу. Найс. Застилили. Просто взяли, застилили. Чего-то. А, здесь бомба вроде бы, типа этого. То есть один. Так, все, один только Эльдар Шрапиев пишет. Больше ничего. Игру чуть потише сделать. О, шар не мог сзади убить. Сейчас попробуем игру, сеттинг, геймплей, аудио. Так, и чё, и где? Ну, аудио. Ну, все, нашел. Так, давайте, короче, потом это, на хоте поиграем. Ой, не, не знаю, как читать мне комментарии, у меня планшет гаснет. На, а ты сделал, чтобы он не гас, что-то. А он гаснет, он не показывает стрим, поэтому гаснет. Я сейчас. Так, что-то вижу. Всем привет, да, идет стрим, нормально все, только игру чуть потише, ну все. Сделано 50%. Больше ничего не было. Я тоже 50%. Трындец, крыса сраная. Маме Zerodex играет. Угу. Короче, Call of Duty с батутой. Вот здесь же Frostbite 3 же вроде. Ну да. Да. Что-то то, что Frostbite 3 тепок. Да опять в эти ямы сраные. Да ты лох. То, что все нормально. Все то, что эти как его. О, сзади, 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 маг. Поздно. Маг, сзади. Никогда не поздно. Нет дачи, ничего. Да. А ты что думал? Ну это же так наскучит, мне кажется. Нет, наоборот. Ты думаешь? Угу. Я мелкий. Нет. Почему я не хочу подойдет? Я так понял, я за Федерацию играю. Который просто зажимает и все. За Империю? Да. А мы за повстанцев. Опа! Как тут летать вот на этих фигурах, или здесь нельзя? Почему? Можно? Ну, здесь есть рюкзаки, но он с 5-го левела. Нет, тут поэтому можно открыть какую-то это, и он садится вездолёт. Оу! Мне всю машонку обожгло. Опять Максимов этот сзади. Да-да-да, я от третьего лица. А как от третьего лица стоит? Це-це-це-це-це. Кто-кто-кто-кто стреляет? Кто-кто-кто? О, я убил. Что-то просто сидит такая. Так, и чё? И я на последнем месте? Угу. Так, ну пока вроде ничего не пишут. Или у меня ничего нету. Это что такое? Что за фишечки? Эльдар Шарапиев, Висконти, я скачу Star Wars. А у меня нету этого. Норм или как? Да, ну пока я не знаю, пока не разобрался. Наверное, норм будет. Но сервера как-то это не очень пока адекватно работают. Так, и чё это было? Чё так долго-то? О, сейчас я буду за повстанцев. Бэк. 5 секунд, и матч начнется. Да, детка. Тут, по-моему, тёлки есть. Ну да. Я уже бегаю.
Че, неужели нас сегодня только Эльдар смотрит? Да ни херня. А че, где снежная карта? Там эти... Да, я говорю, на снежную карту идти. Она интересная. Текс. Зерёбец. Посёшь меня. Тут патроны там вообще не кончаются, да? Нет. Идее, здесь да. И гранат не кончается, вообще здесь ничего. Гранат это, конечно, зря. Патрон это понятно. Хотя, все равно заряд какой-то должен быть. Чего нет? Батарея или... Ага, от солнца. От луны. Опа! 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 Прилетело. Меня да. Мак убил. Да не за что. Там. У меня дебил какой-то был. А я, кстати, за тёлку играю, похоже. Ну тогда. Ай-яй-яй, прилетело. И опять меня убили. И опять у меня планшет погас. Долбанный планшет. Так, у нас... Юта канал пишет. О, да. Привет, это спонсор нашего сегодняшнего стрима. С вовремя. Эльдар, ну я преданный подписчик, не спойте. Старт. Че, после этого пойдем, наверное, это, на зимний катал. Ход. Исторические события походим. Поучаствуем. Ты имеешь в виду кооп, да? Ход. Там земля, ну, планета ход же. Опа, ба-ба-ба-ба-ба, прилетело как. Не, от третьего лица как-то непривычно. Так ты вруби первое. Ну я врубил. Убить. А что у нас? Здесь очень так прикольно, долго нельзя стрелять там. Она нагревается типа. И тут прикольно так сделано, что... типа как перезарядка. Охлаждение идет. Что-то я где-то бегаю, я не знаю где бегаю. Короче, мы должны, типа, как атакующие, мы это должны. Уничтожать эти бомбы или что-то такое. Это не бомба, это, скорее всего, какой-то боезапас или что. Да нет, торпеды какие-то. А что, они ж падают в землю. Это посылочки. Да, в виде торпеды. Там, видишь, дверки есть. Не знаю. Там можно спрятаться. Ну, я фиг знает. Ну, бегаю, короче, бегаю. Мы должны уничтожить, мы должны защитить. Зеродекс, где? Зеродекс. Его темная сторона силы поглотила. Да не говори. Я тут сейчас спокойненько бегаю, убиваю. Ух о, ты. Только что баг заметил. Какой? Да тут текстурки не прорисовываются. А, невозможно. Блин, там херачат. Да меня блин. Убили. Реально очень классно. Такая перезарядка придумана. Что там? Опять застилили. Так, ну что у нас? Так. Блять, турельку поставили. Черту третье лицо пишет Юта. Чаво? Чаво? Ну, хочется же все показать. Давай, Зеродекс, накажем их. Давайте. Во имя Империи. Да, во имя Дарта, да? Да. Нем. Оу, сейчас я взорвусь. Оу, досталось. Тут же получается в этом режиме на этой карте нельзя поп это за Дарта Вейдера там поиграть. Слушай, я не знаю. Получается только на охоте можно. Ой, прости, тебя не спас.
Мне здесь нравится звук, когда взрываются эти гранаты там или чё. Ну, такие, с боссами, наверное, вообще. Вообще звук очень хорошо. Здесь, конечно, самолеты, это прям вообще... Ой, ужас. Блин, чё, по своему стрельну. Ой, я обжегся. Ладошку обжег. О, меня свалили. Окей. Пока ничего не могу, не летать, ничего. Ну, нужно прокачаться. У меня, наверное, первый уровень еще, так что... У тебя вообще не было. Нулевой аж. Шлюха! А! Где шлюха? Космическая шлюха. Тоже зеленый. Тут же Буба или как этот толстый-то слизняк такой. Но-но-но. Да не мешайся. Я бы разодачу сейчас сбора игра, там, когда в ноябре же она выйдет. Да? Ну вот. А потом фильм. А те, кто сделал предзаказ, те будут играть раньше, на неделю, что ли? Они, по идее, и это, и на бету раньше. Не знаю, я же сделал предзаказ, бету там не сегодня только. Это Филиппины, а им так дали. У них Вась-Вась с дайсами, видать. Да-да. А вот им это надо. О, тут это турелька. Оу, свалили меня. Три человека смотрят. Я классненько так с локтя ушатал чувачка. Мой долбанный турель... стрим. Четырехъядерный процессор. В планшете он не может стримить. Сам стрим. Не, я имею в виду, что мне же нужно как-то читать. Привет и передавать. Ух! Чё тут Ганс, чё тут третье лицо? Всё, больше чем. А ты от третьего играл? Нет. Ещё удивишься? Я бы сейчас звездолёт сел и в космос улетел. А вы тут разбираетесь. Угу. Вон они стоят. Чё бы их не... Чё мы так это всираем жёстко? 1-4. О! Нифига себе, нифига себе! Давай, давай захватывай эту херню. Она не захватывает, она уже наша. И опять меня убили. Как обычно. Так. Давайте радексы убьем все. Как мразь. Ох ты, нифига меня издалека. Блять, уйди отсюда, шмарь. А я на самолет забрался. Я молодец. Здесь сложиться нельзя получается. Только присаживаться. Где? Кто? Кто? Ау! Кстати, часто нормально слышно игру? Нормально все. Да я не... Итоги, я зритель. Я тебе говорю. Ага. Версию не могу. Thank you.
ясно. Ну, приехал. Я где-то бегаю. Так, можно прикладом огреть. Где кто? Я забыл. Такс. Меня сейчас убьют. Да, конечно. Я так и знал. У меня с РПГ вообще шо. А что здесь, когда кончится? Кто? Это, ну, это, карта. А по щам можно в ближнем даю надавать? Ну, можно прикладом, да, конечно. Можно, можно. Я одному дал в щечную. Так, ладно. Ребята, если я пропускаю комментарий, не обижайтесь, у меня сложно это делать. В принципе, ничего. Сегодня у нас такой смотр на эту игру. А, кстати, сколько будет длиться? По-моему, до воскресенья. 12-го. Последний день. Так что у кого медленный интернет, то... Ну, хоть это не как рынок. Ну, тут 10 гигабайт, насколько я понял. 11 гигабайт весит бета. Так уж надо, конечно. Про индусик сколько там? Ну, наверное, поменьше. Тут карты-то больше. Ну, про индусик даже больше там. Да? Ну, так ничего. Графончик мне нравится. Ты еще на охоте сейчас поиграешь, какие там следы остаются на снегу. А если поиграем в Виктори, вы победили. Я нифига не победил. Я не победил. Че, давайте сейчас выходим и в этот, да? Вова сам. Осипов пишет, всем привет. Зародексу привет. Привет. Зародекс. Привет. Че молчишь? Да я микрофон выключаю. Это... А, у тебя газы? Угу. Какой я уровень, третий ранг уже обнул себе? Я ранг 2. Я почти четвертый. Вот капельки не хотели. Вы задротили сегодня. В школу, наверное, не ходили. А какая разница? Все равно с 4 часов. Я пришел в 6. Я уже сколько? Полчаса только играю. 7, по-моему, даже пришел. Я полтора часа играл, ну, на это, на охоте там довольно-таки нормально. 4 раза сыграл, полтора часа прошло. Че, мы опять на этой карте будем или нет? Нет, я не я хочу. Я полчаса только играю. Ну, все, видишь. Я не хочу на этой карте, она какая-то такая... Я тоже не хочу больше на этой карте. Коричневая, серая. Давай за Родекс, выходим? Ну, давай. И на эту, на зимнюю давай. Давайте на зимнюю пойдем. Вот она прям шикардос, как в фильме прям будем. Че, неужели Дельта еще не пришел? Так, че, мы в лобби. А вот Дельта. Я его пригласил. Дельта, заходи. Я же его закидывал в конфу. Еще к нам. Ну и чё? Ничего, а чё, на панове что ли закидывать? Может, на один хочет? Нет? На один играть хочет? Угу. Чё? Заходим, нет? Да, подожди. Сейчас еще. Пару сек. Жарко. У нас пока 3 из 8. Вот здесь мы сможем за Дарта Вейдера погонять, за Люка Скайуокера и на самолетах. И еще на технике. Дельта, блин, я тебе приглашение отправил. Так чего? Ты когда вообще говоришь? В смысле, куда? Я вообще говорю. О, Васипов, че как? Как че всем пишут? Ну ладно, если че, присоединиться. Давай, поехали. Поехали. Че, Волкер Ассаут? Так, да.
Ну, вот давай. когда ты один, ты без проблем вот, заходишь. Чё? К Зеродексу я зашел. Ну все. Пошло время. Какое время? Ну, какое? Хорошо, тогда вы пока что там сами поиграете, я тут сам пока что поиграю. Ну ты если что, присоединяйся. Да, да. А мне скучно стоит одному. Зарудок что-то молчит, все. Так а чё? Хоть бы шутил там, я не знаю. Так, давай. Так, старт. Во, зима. Теперь побегай и посмотри на свои следы из этого. Тут много, очень много следов. Ну да, остаются. Все, графон, нет, next game. Офигеть. Вот это да. Так, ух ты, по мне турель стреляет. Общем, нет, даже, нет, 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 даже на минималках, знаешь. Тихо, тихо, ход по мне стреляет. Алло. А его, а, по-моему, так просто не вынести. Вау, нифига. По-моему, со снайперки меня снесли. Фига, его нифига не убить. Опа, я в самолетик сел. Дарт Вейдер, я вижу его. А его же не убить просто так, да? Че это? Ну, он же какой-то все равно же. Фильки перцы. Я нормально, его можно убить. Вот он легко даже убить, знаешь. Оу, мать вашу. Ох, как прикольно летать от первого лица в кабине грёбаного истребителя. Так, я сейчас, похоже, тоже... Ты чё? В него сяду, я взял фишечку с истребителем. Ну вот там четверочку жмешь, потом сяду. Четверочку? Да. Всё, я полетел. У меня немножко подвисает игра, не знаю. Вот у меня игра не виснет, а вот стрим виснет. Так, я сейчас попробую еще настройки посмотреть. Может быть, то, что у меня все settings, graphics. Так. Ультра, ну конечно, блин. Давайте. Сделан просто на высокие. У тебя мощный комп? Ну, как бы, не жалуюсь. Это не очень карта, кстати. Не такая однообразная. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Ты за кого, Юрчик, играешь? Я, как понял, за этих, за Ребелов, короче. О, меня убили. Ну, мы с тобой в одной команде. Я снова с вами, мои друзья. Да. Ну, слушай, графика, конечно, на высоте. Тут я ничего добавить не могу. Я говорю, я отвечаю тебе. Ну, пока я бы не сказал, что уж чересчур как-то... отличается. Ну, о, я Дарта Вейдера стрелял. Ой, меня убили. И убили. Ой, меня. Ой, ой, меня тоже просто блядом. Озвучка просто. Да вообще кто-то пока смотрит, потом. Нет? Стрим-то мой. И вообще он идет, нет? Я не знаю. Я не могу тянуть. Вот, вроде теперь не лагает. Мне так нравится здесь перезарядка, типа. Я сейчас расскажу. Да суки, откуда вы лезете? Я а что у них гранаты есть, у меня нету. Ты не прокачался еще. Ну я вообще лошарик, да, как бы. Ты еще пока что бомж.
Там левел поднимаешь, там потом можно будет вот в лобби, типа, можно будет... Ну я понял там, да, что... Ну тут понятно, в принципе, все легко с этим делом. О, я сейчас буду этим, Люком Скайуокером, пацаны. Я подобрал штучечку. Я Люк, мать. Оу, черт! Да, детка, зеленый меч. Что у нас? Какой я красавец. Комментариев нету. Ничего себе, а Люк Скайуокер-то вообще резвый паренек-то. На самом ты деле. Ты что думаешь, просто так, что ли, они? Не, он реально резвый. Дарт Вейдер на такой резвый. Ну, Дарт Вейдер, наверное, о, бронебойный. Да. Это прям все жарят жестко. Ох ты, нифига, меня опять из гранаты ушатали. Черт. Минус. Я убиваю тут. Чё со стримом-то, бля, хомка не могу. А чё тогда? Чё-то ключит, не знаю. Вылезать надо кого-нибудь. Слушай. Иди нахер! Так. Что поставил? Те, кто лабиринты. Ох, я убил чмошника. Я суть тут не могу понять, Вис. На вот эту точку захватывают, клейм. Ну типа да. Вы на какой карте? Да, все тоже этот. На той дебильный? Ну как, да. Ох, фига так. Вакуумный взрыв такой. Вы чё, заходите на нормальную да землю. Опять не зайдем, чё? Вам же. Чё толку-то? Так тут зато можешь за Дарта Вейдера поиграть. Успеем? Нет, не успеешь. Уже вот, через 5 минут кончится бета. Да-да-да, кончится. Бета? Ой-ой-ой. Меня опять убили, короче. Так, ну что? А, пуколки надо, я чё убиваешь? Тут классная такая перезарядочка, не? Заметил, не? Потому что нужно в цель еще попасть, чтобы перезарядиться, типа. У меня что-то тупит, я не могу. Что у тебя тупит? Да, короче, я поменял разрешение, чтобы меньше тормозило. Угу. Вот, и что-то у меня на ютубе не показывает, что он показывает. Ты рестрим делаешь, да? Нет, я не успел подготовиться. А-а-а. Так. Что там пишут? Да я не знаю, я не читаю комментарии, не могу. Кстати, Юрчик, нажми на S русскую. Зажми. Да, зажми. Все. Клейм запут какой-то. Что такое? Не, там должно третьего лица включиться. А, в игре? Да. Да. А где еще? Да. Я вот там бегаю. Оу! Чё, габаран? Ещё понять не могу, что такое. Так, ребята, так, поднастроились что-то. Давай. Тут не выкидывают, если? А у меня выкинуло из... У меня зависла игра была. У меня еще ни разу не выкинуло, потому что я не боялся. Мне пришлось аж сбрасывать компьютер. Перезагружать его. 1270. Мы проигрываем. Да, мы проиграли. А, я вот победил. Ну что, я не знаю. Я, наверное, стрим на этом закончу. Все нормально, все идет. Ничего не пишется. Блять. Так, что-то я понять не могу. Я, кстати, стрим врубил на телефоне. А что врубил? Я заканчиваю. Нет, вам жара. Тогда снимай. Да. Я останавливаю стрим.